Postgres — это универсальная база данных, которую можно использовать практически в любых приложениях. Ее расширяемость заложена в самой архитектуре. So there are a lot of PostgreSQL conferences all around Europe. It is possible to meet the developers, core developers, contributors, people who start or who are already quite advanced with PostgreSQL. So it's a great way to exchange ideas, opinions, experience with other people working with PostgreSQL. Всегда удавалось собрать очень крупную конференцию, 600 участников. Это максимум для PostgreSQL конференции по всему миру. А что мы наблюдаем сейчас? У нас 900 регистраций было. Уже на текущий момент более 750 человек получило бейджики. Это крупнейшая PostgreSQL конференция в мире. Ничего подобного нигде, ни в одной стране мира до сих пор не было. It is a global project. We have developers in Russia, the United States, all over Europe, South America. And it's fairly inclusive. It allows us to build out great software for people. Postgres — это бесконечно расширяемая платформа. И за счет того, что она бесконечно расширяемая, в ней, в принципе, стало возможным сделать географическую базу данных раньше всех. Сейчас многие другие компании пытаются догнать. MySQL пытается впилить какую-то копию Postgres, Oracle имеет свой Oracle Special со своими проблемами. Ну и пока что лучший движок — это Postgres. Ни одно внедрение, которое изначально задумывалось на Postgres, не переехало на другую базу данных в наших руках. То есть задумались сделать на Postgres, делаем на Postgres, все довольны Postgres, никаких проблем, классная поддержка. Для меня конференция — это повод пообщаться с московской тусовкой разработчиков, поделиться своими идеями, узнать чужие, где-то подглядеть у схожих, что-то в схожих системах с тем, что мы разрабатываем. Компания Postgres — это вообще мировая известная компания. Она обладает огромным штатом разработчиков и здесь, в России. Она обеспечивает все необходимые компетенции по доработке и по совершенствованию своих продуктов. Имеет службу поддержки. На самом деле уже значительный опыт внедрения в различных госструктурах и госкомпаниях своих продуктов. Одна из задач нашей компании как раз состоит в том, чтобы с помощью Postgres сделать профессиональное сообщество, которое могло бы удовлетворять нужды всех больших энтерпрайзов. Но кроме этого, вы видите, мы работаем с вузами, Postgres преподается на них и так далее. Мы хотим возродить эту всю отрасль, которая за годы перестройки у нас, собственно, умерла. И я думаю, что будущее наше хорошее, мы победим.